Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, у нас с вами сегодня Тиферет в ходе. Вообще, эта неделя, это такая, знаете, в эту неделю можно очень много поменять. С другой стороны, надо помнить, что в эту неделю силы, так сказать, зла, они пытаются человека сбить с толку, раздражение там какое-то ввести в него, нервную реакцию, потому что они понимают, насколько великая неделя, если удержаться в нормальном настроении, в нормальных словах, в нормальной жизни, можно очень много баллов набрать. Вернемся к недельной главе. Итак, год Шмиты. Что такое год Шмиты? Вместо ответа расскажу историю о бездельнике Раби Зуши. Люди называли бедняка Раби Зушу батланом, бездельником, потому что он, несмотря на свою абсолютную нищету, все время проводил в молитве, в изучении Торы. Однажды жена местного купца обратила внимание на бедственное положение Раби Зуши и уговорила мужу помочь ему. Тот ему дал немножко денег, и дела купца пошли в гору. Жена говорит, наверное, это заслуга этого раввина. Давай дадим ему комнату в нашем дворе, пусть кормится и изучает Тору. Сделали, и дела купца пошли вообще невероятно, очень хорошо. Через несколько лет в город приехал важный гость, остановился в доме купца. Тот открыл дверь своего дома, он сидел, он говорит, слушай, то, что ты помогаешь бедняку, это замечательно, это хорошо, но есть намного более достойные люди. Давайте хорошего раввина пришлю, настоящего, умеющего. Тот говорит, ну давай, пришли к Зюше, сказали, ты знаешь, мы решили другого Зюша, ушел путешествовать себе. И с тех пор дела купца пошли совсем плохо, да? И вот он нашел этого Зюшу, говорит ему, я дал тебе добро, кормил тебя, потом, когда я тебя выгнал, так сказать, мне стало плохо. Что именно такого? Он говорит, я тебе объясню, небеса относятся вообще к человеку, так как он относится к людям. И если человек снисходителен к людям, то и небеса проявляет снисходительность к нему. Если человек начинает строго судить людей, разбирать, кто более такой, кто менее такой, то и небеса смотрят на него и начинают находить человека более достойного. Вот они нашли более достойного, чем ты, раз ты нашел более достойного, чем я. Так устроен мир. Наша недельная глава рассказывает о законах Шмиты и 7-го года, когда в стране Израиля прекращаются сельхозработы. В Торе сказаны очень интересные слова. Будут разрешены в пищу этот год все там-то и тебе, и твоему рабыне, и работнику, и все. То есть можно срывать плоды всем. Но почему хозяин упомянут вместе со всеми, среди всех? Почему? Могли бы подумать, что только для бедных плоды или так далее. Но Всевышний запретил плоды земли, говоря, не жни, но есть их он разрешает. В год Шмиты человек укрепляется в вере, что Всевышний является настоящим хозяином земли. И поэтому ты приравниваешься к рабу, к чужому человеку, потому что эта земля общая для всех. В год Шмиты человек укрепляется в вере, что все принадлежит человеку. Есть еще в этой недельной главе интересные слова. «Когда обеднеет брат твой с тобой». Никто не задумывался, почему написано «с тобой». Я расскажу притчу сначала. Был случай, когда двое богатых родителей устроили помолвку своим детям. У одного сына, у одного дочь, оба богатые, все договорились, решили, что внесут по такой-то крупной сумме. Но тут буквально за неделю до свадьбы, там, или за 2 недели, начались проблемы у отца невесты. Он разорился, ясно было, что денег уже нет. Надо было уже, все понятно, что расторгается помолвка, но расторжение помолвки не такое простое дело, и вот отец жениха поехал к Хайму из Санза, автору книгу «Дворей Хаим». Рассказал им историю, попросил разрешения об отмене договоренности. И действительно праведник выслушал его и говорит, ты правильно сделал, что приехал ко мне. Ты правильно и что рассказал, это большая удача для тебя. Ну, отец невесты услышал, засиял от радости. Значит, раба, я могу спокойно отменить договоренность. Он говорит, ты меня неправильно понял. Это ты хорошо сделал, что рассказал это мне. Это большая удача для тебя. Представь себе, что отец жениха стоял, или невесты стоял бы здесь и рассказывал на твоем месте такое. О тебе. Как бы ты чувствовал себя? Как бы, если вдобавок к твоему горю, еще бы тебе сыпали соль на раны, отменяя помолвку. Тебе повезло, что ты рассказываешь. А он говорит, ты радуйся своей судьбе, прими ее, приготовь свадьбу, прости им те деньги, которые они не смогли внести, и все. Такой взгляд Торы, бедный с тобой. Представь себя на его месте, вот о чем и говорится. Когда обеднеет брат твой с тобой, подумай, что это могло бы пройти с тобой каждый раз, когда ты видишь человека, у которого есть материальные сложности. Вот что рассказывает. А если ты не увидишь этого человека, есть проблема. Брахава от слаха. Чтобы эта неделя прошла спокойно, чтобы на этой мудро прошла, потому что это сильная, глубокая неделя. И в то же время, повторяю, в этой неделе очень важно сдерживаться, потому что силы зла в эту неделю пытаются сбить нас с толку, чтобы не дать нам набраться брахи. Браха в ацлаха.